Чашку. Ребят, привет. Кстати, перед нами сейчас группа «Прохожие». И как самый красивый человек, это их техдиректор, главный продюсер. Кстати, как вас зовут? Яна. Настолько засмущалась, потому что она всегда за кадром, никто ее не знает. Все знают только вот эти четыре лица, особенно вот с этим главным лицом, как помощник барабанщика, главный гитарист, соло-гитарист и главный бас-гитарист. Я не ошибся? Все в одном, друзья. Ребят, вы сегодня участвовали в Rock of Moscow в городе Химки. Что для вас вот сегодняшнее выступление, сегодняшний концерт, что оно для вас значит? Что берет слово? Я думал, Максим. Это Мика. Ну не все же за вас отдуваться. Да. Я думаю, что, как и любое выступление, это выступление для нас является негативным. Потому что самое главное – это публика. Да. Мы первый раз выступили в этом славном городе, Химки. И нас очень хорошо встретили. Я думаю, что и надеюсь, что это не последний наш концерт в этом городе. Было очень здорово. Да, новый клуб, новые знакомства. Металл. Металл. Ну, понятно, вам всем город Химки понравилось, но хотелось бы узнать мнение всего у двух человек. У самого главного человека. Скажи что-нибудь. Максим, скажи, что круто. Металл. Вот, металл, круто. Яна, ваше мнение. Что вы ожидали от сегодняшнего выступления и что вы получили от сегодняшнего выступления? Я получила глубочайшее удовлетворение. Ребята молодцы. Ребята просто отыграли шикарно, на мой взгляд. На мой предвзятый взгляд, но все-таки. Сегодня это было круто, это было мощно, это было угарно, это было трэшево, это было... Это вау. Был... Да! Фига себе, какой... Поаплодируй, давайте. Ребят, я, смотря сегодня ваше выступление, я, не обижайтесь, если я был неправ, я выделил для себя лидера. И пусть сегодняшний лидер скажет что-нибудь на камеру, что он думает. Про все это сегодня. Друзья, любите музыку. Любите своих родных и близких. И главное, друзья. Все. Спасибо господам прохожим. Спасибо главным людям вашей команды. Ладно, что там вашей? Нашей государственной команды. Раз. Гитара. Два. Барабан. Три. Самый главный человек. Дальше гитара и супер-пупер продюсер команды «Прохожих». Ребят, спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Удачи вам. Спасибо, во всем, во всем, во всем. Химки, приглашайте нас еще. Пока-пока.